Привет, друзья! Сегодня нетрадиционное видео для моего канала, хотя, как посмотреть, Smart Balance, умный балансир или гироскутер, что-то тоже есть в нем умного. Сегодняшнее видео о гироскутере или о модели Smart Balance 10.5. Не нашел в интернете подобных видео о том, как разобрать колесо гироскутера, как заменить данную запчасть, которая называется сосок в народе. Поэтому было принято решение снять и показать, чтобы все знали и понимали, как можно разобрать, как сделать, как починить. Так, вперед поехали, разбираем колесо гироскутера, модель 10.5, для того, чтобы заменить сосок. Вперед! Хотел вас предупредить, тех, кто покупает данные гироскутеры. Купили? Проверьте давление. Давление в моих колесах было офигительское. Дело в том, что на второй день, когда гироскутер стоял на балконе, произошел хлопок. Я уже подумал, что это хлопнул аккумулятор, но нет, слава богу, это всего лишь хлопнул вот такой вот красивый сосок. Позвонив в несколько специальных мастерских, мне сказали, что в наличии таких штук нету и вообще не будет, поэтому как хотите, так и чините. Правда, в одной из компаний мне сказали, что привозите, мы это все починим. Для этого якобы надо снимать колесо, но сразу скажу, что это неправда, колеса в данном типе гироскутеров не снимаются, а снимается только лишь резина, которая является бескамерной. За этот ремонт меня попросили около $15. Так вот, для того, чтобы заменить сосок, необходимо снять эту самую резину, вынять сосок и заменить на другой, но, здесь пауза, модифицированный сосок, который можно сделать только лишь с помощью прямых рук, хорошего человека и шиномонтажа. На одном из уважаемых мной мобильном шиномонтаже был вырезан специальный сосок. Итак, поехали, ребята. Для того, чтобы разобрать данное колесо, которое является бескамеркой, на нем так и написано «tubeless», для начала отщелкиваем вот этот вот пластиковый черный колпачок, на трех вот таких штуках держится. Затем откручиваем два самореза и берем лопатки, которыми бортировать резину велосипеда, либо другие инструменты, которые вам помогут снять резину. Потихоньку, по окружности, постепенно поддеваем лопаткой и снимаем резину. А пока вы смотрите, как разбирается колесо, расскажу, как изготовить сосок. Для того, чтобы починить, необходимо взять автомобильный сосок, приложить к имеющемуся соску и отрезать лишнюю часть от нового автомобильного соска, нижнюю резиновую часть. Затем, для того, чтобы сосок вошел в отверстие в колесе гироскутера, необходимо обточить резину около металлического основания, где вы видите резьбу. Это можно сделать с помощью гравера и специальной насадки. Но в нашем монтаже все инструменты есть, поэтому там вопросов не возникнет. Есть, конечно, вариант рассверливать в колесе дырку для того, чтобы вставить автомобильный сосок. Но если вы его вставите, он будет задевать внутреннюю часть корпуса гироскутера. Будет об нее тереть. Поэтому это не выход. После того, как вы обработали, сосок спокойно входит в отверстие колеса гироскутера. Ну, а теперь давайте вернемся к тому, как же все-таки разбирается колесо. После того, как прошлись по всей окружности, верхняя часть резины освободится и появится доступ к герою нашего видео – соску. Кстати, как он правильно называется, напишите в комментариях, а то я так и не нашел правильного названия. Данная резина, опять же повторюсь, бескамерная. В Smart Balance, которые 8 и 10, по-моему, там идет камерка. Камера снимается и вынимается, в принципе, точно так же. Вот мы освободили верхнюю часть, поднимаем вверх резину и видим, вот наш сосок, вот так вот мы сдвинули резину и видим, что мы теперь получили доступ. После того, как мы починили сосок, бортируем обратно резину, накачиваем и проверяем. И благодаря передвижному мобильному шиномонтажу и в частности Александру, данный гироскутер уже наездил около 30 километров.
Тестирование прошло успешно, сам мастер проверил, протестировал, никаких проблем нет, колесо до сих пор держится, и еще раз спасибо ему за это. Вот как выглядело колесо до ремонта, и вот как выглядит колесо после ремонта. Вот кому интересно, как выглядит резина и характеристики установленной резины на Smart Balance 10.5. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Сам никаких подобных видео в интернете не нашел. Пользуйтесь, ребята, и помните, что все это можно сделать. Спасибо всем. Подписывайтесь. Смотрите мои видео об умном доме, о гаджетах, обо всем. И пока. Make the ground shake.